Добрый день, партнеры. Я сегодня в офисе была в первой половине. Понимание ситуации Сандра объяснила очень нехорошо. Значит, эта неделя. Ждем подтверждения, не подтверждения, а уже регистрацию на сайте Umbrella. Много новостей хороших. Прежде всего, давайте пошагово. Самое главное, что Umbrella на этой неделе даст возможность каждому партнеру провести регистрацию и верификацию своего счета. Это необходимо для нормального функционирования всех монет через обменник. Это во-первых. Что касается карт. Заказ карты сопровождается подтверждением адреса. Эта форма практически готова для подключения адреса к заказу карты, но проблема в чем? Проблема у нас с вами, с Россией. Почему сразу ее не выдали? Потому что еще в первой беседе с Мигелом Гомышем я говорила, что сразу мы этот вопрос поднимаем. Верификации адреса по европейской форме, международной, у нас нет, не существует. Поэтому какой будет порядок? Они заканчивают вот эту форму, программирование этой формы, в чем она будет заключаться? Будет дана возможность всем тем, кто не может загрузить документ требуемый форматом, будет отправлен на e-mail, то есть они сейчас привязывают e-mail, где будет дано подтверждение уже в том формате, который мы для России изберем. На сегодняшний момент я говорила, что россияне могут грузить только последнюю страницу паспорта, где есть прописка, но на русском языке. Поэтому, что касается подтверждения именно России, мы будем добавлять это через e-mail и уже отдельными формами, которые согласуем. Формат, который принимает для проверки программа, это все-таки фактуры по оплате услуг, чего в России нет. Поэтому этот вопрос они заканчивают программирование. На этой неделе, скорее всего, появится эта форма. Тогда уже Россия сможет подтверждать адрес через e-mail, то есть дополнительные функции. Что касается бинара, сегодня Сандра говорила с Жоэлом. Сложность заключается в чем? И это нужно понимать. Переходный период, когда спланировали программирование, спланировали с учетом 47, неправильная была информация, видимо, неправильное программирование, но спланировали $47, учитывалось в бинаре как позиция для получения баллов. На сегодня мы знаем прекрасно, что после того, как Мигел объявил, 95% платформа готова, после многочисленных апгрейдов, на сегодня я уже говорила о том, что у программистов есть дублер сайта, где они делают все изменения. Он просил всех успокоиться, практически закончил, надеется очень быстро в течение, ну не говорю какого времени, закончить перепрограммирование старой информации по уменьшению $47 из пакетов, кто в стартовый период январь-февраль заходил, очень много было регистраций, 47, чего система не допускает. Мы прекрасно знаем, что 47 это годовое членство, партнерство наше в клубе, поэтому не учитывается в пакетах для получения доходов по маркетингу, поэтому верификация вот этих сумм, это все то, что на сегодня он практически закончил. Последний апгрейд будет, и больше, как сказал сегодня Жоэл, никаких изменений, никаких дополнений по бинару приниматься не будут. Но прошу всех успокоиться, перерасчет баллов, перерасчет комиссионных, которые, я знаю, что у некоторых еще не достоверно производился подсчет в некоторый период времени, это все учитывается. Плюс все то, что мы передавали через поддержку и через контакты, и через Мигела передавали коррекцию ситуации, которые еще у нас имеют место быть. Есть люди, которые не проявились в системе. Есть. Это все было передано, и это все будет учтено. Он просит всех успокоиться, что все это в дублере, который будет единожды, один раз после окончания всей верификации заведен на апгрейд, все дублер сайта даст всю информацию полную, корректную, которая нам необходима. Это все новости на сегодня, но еще раз подтвердила сегодня Сандра, что мы действительно в той финальной части всех апгрейдов, которые дают старт. И Umbrella, и нашей платформе Shopping сегодня опять об этом говорили.
То есть мы действительно можем работать спокойно, потому что все то, что происходит на сегодня с новыми регистрациями, все в порядке. Новости на сегодня это все. Мы ждем тестовый период загрузки документов. Вот сейчас как раз от партнера узнала, что много наделали ошибок, загружали документы по 2 страницы. Всегда на тестовой загрузке документа, всегда компания проверяет работу этого алгоритма. Я думаю, как только дадут форму для всех тех, кто не может предоставить определенный адрес проживания, подтверждение фактурами за услуги, вот 3 позиции у нас будет. Я писала это на прошлой неделе, что 3 позиции будет загрузки. Первая страница документа, 2 страница документа и подтверждение адреса. Как только вот эта форма будет готова, возможно, система даст ребрендинг, и мы сможем загрузить заново документы у тех, у кого неправильная прошла загрузка 1 страницы. К сожалению, уже много ошибок по этой форме, и я уже об этом сказала, поэтому я думаю, что нас учтут. Мастера будут говорить об этом, и программисты учтут эту ситуацию. Global Star Club. Возможности безграничны.